все по-прежнему? Почти. Что значит «почти»? Был разговор с Монреалем. Как только потребуются спутники вещания наши, надо потерпеть неделю-другую, и народ будет готов к нашему возвращению. А клиники? Мы держим их за что. Они будут нас слушаться. Я думаю, стоит подождать референдума. У нас нет времени. Созыв научного комитета в следующем месяце. Но настроения среди делегатов меняются. Я думаю, если дать время... Нет. Обнародовав свое открытие, шериф вынуждает нас действовать. Мир не изменится в одночасье только потому, что так хочет бегать шериф. Кроме того, мы ничего не сможем сделать, пока наш чип не будет готов. Я думала, вы близки к завершению. Добиться устойчивой работы интерфейса на основе нервной системы сложнее, чем предполагалось. К счастью, благодаря Дэвиду, я знаю, где копать. Как сообщают из Вашингтона, люди продолжают стекаться к Капитолию. Большинство требует, чтобы Конгресс запретил все попытки изменять возможности человеческого тела. Это реакция на заявление Дэвида Шарифа, специалиста по биотехнологиям, который утверждает, что в его компании найден способ починить эволюцию воли человека. Ученые из Шариф Индустрис прибудут в Вашингтон завтра, чтобы обосновать это заявление. Но что ждет нас сегодня вечером? С вами Элиза Касан. Репортаж с места событий. При всем уважении к вам, мэр, надеюсь, у вас будет два отряда охраны на взлетной полосе. Нет, мы не пойдем через терминал, это небезопасно. Да. Рад, что вы понимаете. Спокойной ночи, тупица. Что-то не так? Не у меня. А вы все время теребите колье, доктор Рид. Порвете. Что ты, Мэг? Тебе уже приходилось представлять свою работу. Тогда было иначе. Тогда это были просто слова. Но это открытие, Адам. Это прорыв. Как законы Кеплера, как розетский камень. И в чем проблема? Захотят узнать, как это вышло. Меган, мы отправляемся через... Адам, ты здесь, отлично. Что-нибудь нужно, босс? Да, перед отправлением я хотел бы посмотреть планы по обеспечению безопасности. Меган, вы готовы? Почти, Дэвид. Перепроверяем данные. Ладно, поторопитесь. Чтобы ты могла поразить этих всезнаек федералов, нам нужно добраться до Вашингтона. Ненавижу, когда он так делает. Брось, я прогуляюсь с тобой. Адам, Дэвид ждет. Нам нельзя его задерживать. Внимание! В лабораторию допускаются только уполномоченные лица. Что ты имела в виду, Мэг, насчет того, как ты это сделала? Ничего. Это просто от волнения. Может, мне следует что-то знать об этом месте, о шерифе? Меган! Погоди. Мы никак не можем избавиться от отклонений в искусственных клетках. Ладно, но повышенный уровень нейропептидов в этот блоке может свести на нет всю калибровку. Ладно, я перепроверю это. Не верится, что ты спрашиваешь про Дэвида. Ты здесь достаточно давно, чтобы знать. Эрик, ты не собираешься бегать от меня, верно? Даже не думал об этом, доктор Рид. Мне кажется, я знаю, почему показания Деклана выходят за рамки. Избыток пептидов? Я думаю, причина в гибели глиальной ткани, которую мы обнаружили после сплайсинга в белках антагониста. Был бы у нас хороший цитометр. Были бы и точные данные, которые посетители не должны оставаться. Я попрошу Дэвида подумать об этом. Если он закажет прибор в Page Industries, может, нам достанется еще одна кофеварка. Ты слишком глубоко копаешь, Адам. Мы делаем доброе дело. Мы помогаем людям преодолеть физические немощи. Да, только вот почему-то большинство наших клиентов военные. Далеко не все. Мы работаем с учителями, врачами, строителями. Зараза! Осторожно, Эдди. Эти коробки стоят больше, чем тебе платят. Извини, извини. Не, все уже готово. Для Вашингтона? Ха!
А, доктор Ри, это генерал О'Нил. Доктор Шевченко сказал мне, что работа над тайфуном продвигается. Да, если бы не Василий. Как я говорил, сэр, основа тайфуна – видоизмененный боевой корпус наподобие того, что надет на мне. Я улучшил его, снабдив фигурными микрозарядами, которые приводят в движение стальные пулы. А проблема обратного пламени? Решена с помощью динамических клапанов. О, смотрите. Давай. Впечатляет. Когда все будет готово? Боюсь, мне надо бежать. Василий знает все подробности, генерал. Конечно. Нам еще предстоит повысить меткость. Точно. Учителю без этой штуки никак не обойтись. Ты не понимаешь. Военные заказы помогают нам держаться на плаву. Но нейронные импланты, которые помогают быстрее соображать, реагировать, они могут сильно улучшить жизнь. Жизнь каждого. Дэвид годами говорил об этом. Да, он любитель поговорить. Он хороший человек. Признайся, Адам, в глубине души он тебе нравится? Мне все нравятся, доктор Рид. Ну да, конечно. Далеко идти? Кабинет Дианы. Я забыла оставить ключи, чтобы она погуляла с Кубриком. Знаешь, он так вырос. Все время роняет горшки с цветами. Он уже разбил ту самую вазу? Я ее убрала. И обнесла забором, как ты собирался сделать. Да, так и не собрался. Прости. И ты меня. За очень многое. Адам, я... Кое-что... Я... Добрый вечер. Ричард. Так вот, у нас все готово? Фарида, надо спешить. Увидимся на площадке, Адам. Ага. Я не помешал вам, Дженсен? Ты уже починил фаервол? Фаервол нельзя починить. Можно найти дыру и ликвидировать ее. Ты ее ликвидировал? Да. Рассказать тебе как? А, подожди, я забыл. Бывший коп. Вряд ли ты поймешь. Бывший спецназовец, ты будешь удивлен. Шариф и тебя хочет видеть. Афина. Она хочет показать мне, как отслеживать локаторы, имплантированные нашим ученым. На случай, если принятых тобой мер в Вашингтоне окажется мало. Не окажется. Джентльмены, очень приятно видеть вас обоих. Заходи, Адам. Он ждет. Афина, это новейшие GPL-локаторы с шифрованием. Каждые 10 футов или 5 секунд они передают данные на наши спутники. Неважно, какой ценой, я хочу видеть Хью Дэрроу в Вашингтоне, рядом со мной. Он не прибежит по первому зову. Он нобелевский лауреат. Сенаторам он нравится. Слушания пройдут спокойнее, если он там будет. Завтра у нас большой день. Все на месте? Да, сэр. Полиция проводит нас к Капитолийскому холму, а там нас встретит служба безопасности. Отлично. Как там наша девочка? Нервничает. Ей нужно просто показать им наши разработки. Она тебе все объяснила? Честно говоря, мы не вдавались в подробности, босс. Это потрясающе. Все эти поборники чистоты обвиняют нас в насилии над природой. Но на самом деле, Меган всего лишь нашла способ использовать то, что уже заложено в ДНК. Это гораздо проще и безопаснее, чем все, что сделал Хью Дэрроу. Внешний технический сбой. Лаборатория, 6-й подотдел. Руководители проектов просят немедленно отозваться. Пожалуй, нам не стоит рисковать. Не сегодня. Спустись туда на моем лифте. Код знаешь? 0451. Узнай, в чем дело. Афина, пусть кто-нибудь выключит этот грохот. Да, сэр. Ричард, где Меган? Она уже отозвалась? GPL-локатор говорит, что она в микрохимической лаборатории. Кажется, она бежит. Черт, похоже, с оборудованием серьезные проблемы. Ты можешь посмотреть на нее? Пытаюсь, но камеры не отвечают. Какие-то помехи непонятно откуда. Выясни, что происходит, Дженсен. Скорее. Ричард. Ричард. Прежде чем делать что-либо еще, вам необходимо научиться передвигаться.
Первый прием, который стоит изучить, передвижение пригнувшись. Так вы сможете передвигаться в тесном пространстве, например, в вентиляционных шахтах. Или в случае, если вам понадобится прятаться за небольшими предметами, чтобы избежать обнаружения. Прыгайте по объектам или лестницам, чтобы попасть в труднодоступные места. Иногда просто пригибаться и прыгать недостаточно. Бывает, что нужно двигаться быстро. Учтите, что быстро бегать вы сможете не дольше нескольких секунд. Некоторые окружающие вас предметы можно брать или перемещать. Используйте их, чтобы проложить путь в недоступные места. В случае необходимости их даже можно бросить противника. Если начнется пальба, стоит спрятаться в укрытие. Так вы защититесь от пули и взрывной волны. Чтобы выстрелить, выгляните из укрытия справа, слева или сверху. Затем прицельтесь и стреляйте. Если есть такая возможность, передвигайтесь, используя укрытие. Зона обзора играет важную роль. Если вы будете держаться в укрытии, вероятность того, что противник вас не заметит, выше.
знаю, ты здесь! Я здесь! Я люблю тебя. Мы
что, мало людей сегодня потеряли? Прости. Осталось пару секунд. Тело его примет. Чудесно. Кажется, справились, да? Дайте ему инфолинк. Хорошо. Давайте пакет для связи. Адам, это Дэвид. Ты в здании? Только что вошел в фойе. Извини, что выдернул тебя с больничного, но у нас проблема. Нападение на фабрику в Милуоки Джанкшн. Встречаемся на вертолетной площадке. Для начала мне нужен Причард. Усиление сетчатки барахлит.